Избирательная комиссия Ульяновской области приняла документы от двух кандидатов в губернаторы. Своих представителей на данный пост выдвинули политические партии «Родина» и «Новые люди». От политической партии «Родина» за пост губернатора будет вести борьбу председатель местного отделения партии Ильдар Габитов. Ульяновское региональное отделение партии «Новые люди» выдвинуло кандидатом на пост губернатора руководителя благотворительной организации Светлану Гореву. Женщина – это тоже сила, это мощь. Мы возрождаем нашу Россию с новыми людьми. И я очень надеюсь на поддержку ульяновцев, потому что для меня этот регион очень важен, близок. И я хочу, чтобы Ульяновская область развивалась. Рабочая группа выдала кандидатам справки, подтверждающие получение документов об их выдвижении. В срок до 18 июля кандидатам предстоит собрать не менее 141 подписи депутатов местных органов власти и предоставить их в региональный избирком. Напомним, избирком также принял документы от врио губернатора Алексея Русских. Ранее его кандидатура была единогласно одобрена участниками конференции Ульяновского регионального обкома КПРФ. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.